Всем привет! Сегодня поговорим в этом видео про машинку и шиповку. Зашиповал я тут колеса, я их поставил просто так. Они висят чисто. Сейчас сниму, покажу поближе, как это выглядит. Вот так шипанул. Сначала попробовал отверткой, короче, у меня толком не получилось. Я потом пальцем, короче, так прям навтыкивал. Тяжело идет, но получилось, короче, вот. Шипанул, короче, два колеса, надо было четыре, но я решил просто попробовать, и поэтому пока только два. Вот, в итоге, мотор тут и вал оторванный. Вот, пиньон оторвало, короче. Вот, закажу мотор скоро, буду заново. Еще на этой тачке у меня ломался привод, вот я тут пока сразу решил показать все. Потом, что еще ломал, сейчас колеса сниму все, чтобы не мешали они, колючие, падла. Покажу видос потом еще, как она гоняется с этими шипами. Приложу сейчас к этому всему видосу. Так, бесколлекторная система тут уже стоит, ну, я докупал. Вот, делал рычаги, кулаки, вернее, вот здесь по это какое, суперклеем, с содой клеил, оба причем. Кардан здесь тоже клейный, также кстати, вот. Суперклеем соды разболтался, поломки, ну, кузовщина весь поломанный. Здесь вот сзади один раз, здесь вот когда машину наехал на нее, вот этот здесь вместе сломалось, и колесо тогда сломалось, колеса одного нету, то есть вот это все поломки, что пока были. Вот остальное, да, пока ходит, ничего, без коллектора. Но вот эту систему, блин, поставил. Вот, вроде пока что-то вывозит. Заказал еще запчастей там. Вот, надо теперь моторчик будет заказать и пиньон. Пиньоны идут, правда, вот такие два. Не знаю, когда придут, они вообще нет. Вот, а моторчик, да, все. Я даже не знаю, как его делать. Но сегодня, если получится, все, я закажу, короче, этот мотор. И буду заново показывать видосы, тестить ее. Еще так вообще по кайфу, сейчас покажу видос, ну будет, ну, в тачке вообще полностью доволен, не жалею, что купили ее, хоть она и дешевская, вот, но поставил вот такой движочек, бесколлекторную систему, она просто становится пулей прям, ну классно, короче, я очень доволен, и поэтому как бы это могу рекомендовать этот автомобильчик, вот, желательно вот с таким моторчиком. Вот, все, что, смотрим видос, давай, погнали. Thank you.
О! Кулак сломался. Все, хорош.